На заседании комиссии было рассмотрено 7 протоколов об административных правонарушениях. Явка нарушителей оказалась невелика. Заседание в итоге посетило 4 человека. Все протоколы были по одной статье – нарушение тишины и спокойствия граждан с 22:00 до 6 часов утра. Такие нарушения без зазрения совести позволяют себе некоторые недобросовестные жители города. Многие из них не подозревают, что находятся в поле зрения как инициативных граждан, так и административной комиссии. Гражданин, живущий в городе Десногорск, имеет право на здоровый отдых и полноценный сон. Режим тишины должен соблюдаться всеми, без исключения жителями города. Наказание за это нарушение предусмотрено в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Троих нарушителей оштрафовали на сумму 3 тысячи рублей, двоих на 2 тысячи, одного на 1 тысячу рублей. Также еще одному вынесено предупреждение. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.